Илья Баев. А Арсенал побаивается повторной контратаки. Да, смотри, сколько они игроков. Четверых оставляют за пределами штрафной. Нет, даже пять. Ну, там Власов готов уже туда внутрь войти. Подача. Опасно. И гол! 1-0. Арсенал забивает. Ведь у них меньшинство было. Вот вам и Тула. Вот вам и Тула, Форбс. Это тот самый Форбс, самый активный игрок гостей. И так ошибается Локомотив в обороне. Ну, не самая сложная подача. Пролетел мяч вратарскую, не пошел на выход Абаев. Ну и вот, наконец-то, зафиксирован рекорд клубной Арсенала, сколько команда не забивала. Потому что она, наконец-то, забила. Ну, посмотрим повтор. Абаев ошибся. Ну и защитник, кто играл с Форбсом? Играл Денис, судя по всему. Ну, во-первых, то, что Денис играет с Форбсом, если это так, это ненормально. Форбс очень высокого роста. Даром, что он вроде бы оппонент Денисова на фланге. Вообще-то Форбс нападающий, который временно переквалифицировал своего правдома. Но здесь на голову выше Денисова. На голову. Да. И здесь все логично с точки зрения Тулы. И даже то, что они не всех туда бросили, в чужую штрафную, в этом была логика. Они страховались от контратаки, но больших игроков у них хватило. В чужой штрафной 1-0, впереди Арсенал, Локомотиву нужно отвечать, и тут же удар Самедова.